Всем привет, друзья, канал МС1. В работе у нас Toyota Land Cruiser 200. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали. Краткий обзор, штатная шумоизоляция. Смотрим на полу несколько кусков фибропласта. Крыша. Полный металл. Ни единого куска ни шума, ни виброизоляции нет. И по дверям. Задняя дверь, небольшой кусок штатной шумоизоляции. Передняя дверь, голый металл. Слышите, как звенят. Смотрим по багажнику. В полубагажнике несколько полос фибропласта, небольшие квадраты присутствуют на задних арках. Крылья, голый металл. Готовим поверхности и приступаем исправлять. Закончили клеить фибропласт на Toyota. Двери проклеили первых три слоя, всего их будет 4. Первый слой фибропласт 3 мм. Второй слой идет мембранная шумоизоляция Integra 6 мм. Третий слой также клеим фибропласт 2 мм. Проклеен пол в салоне. По багажнику оклеены задние крылья, арки. Все тщательно прокатываем валиком. И пол в багажнике. Также закончили работу по проклейке крыши. Продолжаем работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Toyota. Проклеен наш шумопоглотителем пол в багажнике. Division 6 мм. Мембрана шумоизоляции используется для проклейки задних арок. Поглотителем проклеили задние крылья. Мембранная шумоизоляция обработана. Крыша 7 мм толщина. Также мембранная шумоизоляция обработан по салоне. Четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!